Сорви головы, сносите на весь пухлый бра. Все сады на горе, брат. Одна сада, оба забила. Асфальта пена бела, прыжит, кипит буйна голова. Там моя яма лужа, два на три запотришь. Зачитает разбор, пусть и синий фамилиар. И железные ягубы, да на руки. Спасибо, на мой счет запишите. На здоровье. Держи. Что не так-то? У тебя кетчупа побольше. Набери мой, мне все равно. Нет, просто сам факт. Если ты стоишь на этих булках, надрочись слить поровну. Давай я верну. Замей. Еще круги наворачиваешь. За пивом иду. А деньги откуда? Я инвалид. Слушай меня сюда, инвалид. Видишь ту тачку? Ага. Подойди к ним и скажи, чтобы они выключили музыку. И? Иди нахер. Держи. Я тут телек смотрел, передачу про Америку. Угу. Я ее родственник. Так там в таких местах стоят баки с кетчупом, горчицей, майонезом. И каждый жирный гондон может налить себе сколько хочет. Понимаешь? Понимаю. Почему у нас не так? Почему у нас постоянно экономят и при этом еще разбавляют? Уже не знаю. Мне все нравится. И горчица не жжет. Смотри, какая луна сегодня красивая. И когда работал охранником в клубе, заметил, что если полнолуние, по-любому драки. Так он смотрелся. Седьмой. А ты, батя? Седьмой. Да, слушай. Макс, сгоняй на нефтяников, дом 12. Нефтяников 12? А что там, Лёх? Да, дурак какой-то голый, по посёлку бегает, людей пугает. Всё, принял, нефтяников 12. Ну что, накаркал ты со своей луной? Погнали. Керосин! За ним? Тачка лося смотрящего. Сначала с голожопом разберемся, а потом уже возьмемся за блатных. Глядишь, за ночь всю преступность победим. Так у нас же работа не останется. Ага, работа всегда найдется. Специально? О, это псих голый. Где? Прикинь, на нем шапка зимняя. С ушами? Вот дебил. Кто?
Я двор осмотрю. А ты за лесом следи. Ладно. Чего тут следить-то? Все нормально? Макс? Максим? Макс? Макс? Макс, ты чего? Дежурный, дежурный, ответь седьмому, дежурный. Дежурный. Здрасте, тетя Наташа. Привет, заходи. Поздравляю тебя, Сашка. Дай обниму. Спасибо. Пельмени будешь? Конечно, буду. Здорово. Привет. Ты че грабли тянешь? Сань. Я руки заднеприводным жать не буду. Саня. Да все нормально. Где нормально? Где? Че ты с ним вообще общаешься? Я пойду. Вали уже. Бегом. Сань, ну, зачем ты так? Да не могу я. Когда их вижу, меня сразу трясти начинает. Не пейте кон. Да ладно. Я их за километр чую, Паша. У нас в армии был один такой. Как узнали, что он по этим делам, его сразу в больничку закрыли. А через неделю в артиллерию перевели. Комбат сказал, голубям не место в спецназе. Пошли, жрать хочу. Сань, ты пока в армии был, он единственный, кто мне помогал. Колбаса в тёлках вбухли. Арчи и товар заберет, и деньги повезет. Ну, всегда рядом, понимаешь? Всегда рядом? Звучит стрёмно. Пломб-то на месте. Пап! Ну что, папа? Где он деньги возьмет? Ворвать идти? Если что, с ним пойду. Я тебе пойду. Пусть кредит возьмет. Сейчас всем дают. Взял паспорт и пошел. Он у меня в банке друг работает, он ему быстро его оформит. По проценты. Я тебя вчера попросил бабушке мясо отвезти. Ты что мне ответил, напомнить? Сравнил мясо и судьбу человека. Это бабушка твоя, алло. Пошел нахер из машины. Обещаю месяц быть примерным сыном. А и внуком, конечно. Балабол. Сколько денег надо? 900 евро не хватает. Свадьба, пап. Ну давай. Расписку не забудь взять. Пап, ты просто космос. Ты понял? Расписку. У нотариуса звери. Ты что, накуренный? Мила-то, конечно. Ну, тоже ничего. Давай без сарказма, молочня. Что? Ушвинца, а? Плодово-ягодного? Италия. Вот уже стоит, ждет тебя. Какая ты запасливая. Так, стоп. Италия плюс Франция. Евросоюз? Да ладно. Иди примерь с платьем.
Та-дам! Какая ты красивая. Нравится, да? Да. А ну-ка, смотри. Давай. Какая красота. Макияж. Ух ты. Мне вот это нравится. Класс. Я запущу? Ну, только голову отрежь. Чего? Обрежь голову, а выставляй. Так, давай выпьем. Mm-hmm. За тебя и за Сашку. Да будет так. Я люблю тебя. Это признание. Я тебя люблю, малыш. Вася, не надо этого. А кто свидетель? Паша Ламбада. Они с Сашкой. Не разлей вода. Со школы. Хромой такой, помнишь? А, да. Хороший пацан. С танцев меня постоянно забирал. Пока Сашка в армии был. Как ты его дождалась вообще? Я думала, я умру. Но спасла щетка. Что? Не догонишь? Не догоняю. Скорость, мощность, стабильность. Не трогай меня, ей. Как хочешь. Ну и кто-то пришел. Глаза закрой. Зачем? Дурак. Плохая примета. Ой, Ламбада, ты в приметы веришь? Да, ну-ка, рассыпал на соли черного котейку. Валите на кухню, давайте. И ты давай. Привет. Привет, я Саша. Вася. Привет, Паша. Вина? Я за рулем. А я не пью. Пью, не люблю. Если пить, то дома, как бы сейчас вообще не буду. О! Это Вася. Мы это уже поняли. Она в соседнем доме жила. До 8 класса. Ладно. Выпью немного. Пошли, разговор есть. Не скучайте. За них? Что? Ничего. Да я вижу, что ничего. Угасло небо дважды в день. Я бегу по кругу, ищу. Ищу себя во тьме. Дальше подзабыл. Оно большое. Спасибо. Я их в блокнот записываю. Можно на телефон записывать. У меня самый обычный. Неудобно. Кнопочный? А ты не пробовал их как рэп читать? И на YouTube выкладывать, например? Как-то рэп читать инвалиду, это смешно, наверное, будет. Да ладно тебе. Ты Breaking Bad смотрел? Ну, во все тяжкие. Там ДЦПшник. Блин, черт.
парень с ДЦП играет, и никто не смеется. Это у вас там в столице не смеются. Здесь я как городская достопримечательность. Можно не обращать внимания. Я не парюсь. Извини. Алло. Так. Супер. Ну, со мной, конечно. Мы у Ины. Хорошо, бегу. Как ты думаешь, если их приводят, нормально будет? Я не знаю. Попробуй. Сань! Саня! Колбаса звонил. Батя бабке дал 500 евро. Надо дом ехать, смотри. Две минуты. Дом надо ехать, смотри. Большой, за городом. С сауной, с бассейном. Там много чего. Есть отдельный уютный домик для горячих пар. Типа свадебного номера? Будуар. А там что? Сарай, пойдем покажем. Вот. А что так воняет? Не воняет, а пахнет. Рыбу видишь? А лучшая рыба это что? Правильно, лучшая рыба это колбаса. Короче, храню тут инструменты, продукты. Вот бочка огурцов, сало, мясо, самогон. Там у меня потайная дверь, моя разработка. Дядь Жор, так-то мы водку пьем. У меня, если снимаешь усадьбу, то бонусом получаешь 3 литра самогона, ведро огурцов, ну и банку лечи. Добавь сюда еще палку колбасы, литр самогона, ну и по рукам. По рукам. Сань, на два слова. Сынок, у тебя с ногами-то что, поломался, да? Сань, ты что, дорого? Давай лучше ключи от батиной дачи возьму, а? Ничего это будет. Твой старый будет гонять каждые 20 минут, не расслабимся. А тут делай, что хочешь. Плюс смотри, какие хоромы. Плюс бонус. Тут дом минимум человек на 100. У нас будет человек 20. Мы переплачиваем, сечешь? Давай лучше на сэкономленные травки возьмем. Нет, Ален. Я здесь хочу. Пусть скидку делает. У тебя язык подвешен, иди договаривайся. Братан, твоя свадьба. Как скажешь, так и будет. В том-то и дело, Толян, это моя свадьба. Мне этот дом во сне приснился. Серьезно? Отвечаю. Огурцы эти в бочке, рыба, колбаска. Это знак, брат. Ну, базара нет. Сейчас тогда по папкам упрыгну. Угу. И нормально. Дядь Жор! Слушай, тут никого. Ламбада? Че за прикол? Подожди. Здесь где-то запасная дверь должна быть. Слушай, может, я ламбаде наберу? А ну, положи топор. Нафиг так пугать? Я тут другану вашему секретный выход во двор показываю.
Парни, а вы часом не буйные? Да не. Мы испугались, вы куда-то пропали. А так мы адекватные взрослые ребята. Да? Адекватные? Ну смотри. А то тут неделю назад один такой адекватный другому адекватному пузо проткнул шампуром. Ну, а 3 недели назад у меня вообще тут 2 свадьбы гуляло. Менты и вояки. Так сауну не поделили, пострелялись. Как? Как? Газовое оружие, травматы. А этот жених, который от ментов, не будь дурак, вызвал подкрепление автобуса ОМОНа. Ну и вояки тоже подняли разведроту в ружье по тревоге. Такое началось. Не вылажу от ментов. Главное, задаю себе сам вопрос. Жорик, нахера тебе такой, блин, бизнес? Ну, дядь Жор, вы не переживайте, у нас все мирные. Mm. Драки не будет. Верно, Паш? Да, ну, какая драка, я вот хожу с трудом. Mm. А невеста у нас в театральном училась. Что, актриса? Okay. Актриса, это хорошо, это я люблю. У меня год назад здесь Астрахан кино снимал. Так, вот это актрисы тут туда-сюда, ну все культурно, денег не жалеют. Правда, пьют много. Но правильно пьют. Напился, спи. Вот. У вас сколько народу? 20-25, а. Только молодежь. Послезавтра первый день. Угу. На второй приедут родители, под шашлычок. Мы тут все украсим, ну, чтобы все красиво было. Правда, есть проблемка, Анна, дядя Жор. Дорого. Может, скинь чутка? Сыра обещаем не ходить, в беседку тоже. В пруду не плавать, рыбу не ловить. Самогонку аж трогать не будем. Угу. Чё скажете? Угу. Жених кто? Я. Невесту покажешь? Ну, покажешь, покажешь. Актриса, говоришь? Вот. А. Красиво, а? А. Ладно. 50 евро скину. Держи ключи. Жених. Деньги давай. Четко? Ладно, все, я поехал в город. В понедельник к вечеру вернусь. Территорию, дом, все сдадите. Полотенце там, тарелки, все под офисе. Гондоны. Гондоны по территории не раскидывайте, а то кто за вас будет их собирать? А. Парни, я правильно понял? Ключи у нас, дом в нашем распоряжении. Делаем, что хотим? Ну, походу, да. Сань, а ты про мальчишник думал? Делать будешь? Вася, я на твоей выставке буду? Нет. Чего это нет? Как ты можешь быть, если она называется «Темная Барселона»? А про наш город ты когда будешь делать выставку? Вот свадьбу твою сфоткаю и сделаю. Очень смешно. Давай я тебя на набережную отведу вечером. Туда после 12 такие вурдалаки-зомби-оборотни выползают. Да, туда ночью только сунься. Хочу, хочу, хочу. Хочешь, будешь. Вот тут еще. Малыш, подай, пожалуйста. Мой вурдалак. Алло. Как дела? Платье ушиваем. А ты как? Выбрали дом. Аллилуйя. Я уж думала, будем на кухне отмечать. А пришлешь фотки? Завтра увидишь. Слушай, а Басик есть? Ну, типа того. Вася, Басик есть. Сань, вы еще там долго будете? Может, мы подъедем? Слушай, Ин, я как раз по этому поводу хотел поговорить. Мы с пацанами здесь тормознемся на мальчишник. Хорошо. Алло. Ин, чё молчишь? Да нет, ничего. Мы просто это не обсуждали. Разрешение надо было спросить? Нет, не надо было. Ладно, давай, пока. Кай, долго еще? Да, сейчас. Зеленый свет. Ламбан, чё паник? Ну, чем так? Как? Жестко? Да. Мне было
как-то по-другому сказать. Че ты плетешь? Нормально все разрулил. Ну, что надо было, петлять, врать? Нет. Ну и все тогда. Правда, вещь неудобная. Малышня, ну не надо, ну зачем? Мальчишник ему нужен был. А меня спросить, хотя бы просто спросить. Это ему собачка какая-то сидеть, лежать. Инна, ну хватит реветь. Назад пути нет. Я сейчас сама заплачу, ну пожалуйста, зай. Кать, а, водка есть? Есть. Тащить? Тащи. Будем бухать. Давай. Будем бухать! Ну скажи. Давай. Будем бухать! В магазине местном есть все. Вот кто тут покупает фуагра? Или салями? Когда все такие гурманы стали? Сань, зацени. Мортадела. А что такое? Колбаса фаренная. Угу. Селедку взял? Да. На, выбирай. Вот, лекарство взял нам на утро. Ну, не все тут до утра доживут. Я после 9 свалю. Мне еще надо магазин закрыть и Сарчи посчитаться. Сарчи посчитаться. Очень смешно. Он когда в баре работал, ты его коктейли бесплатно на ура пил и не морщился. Было, забыл? Слушай, так я не знал, что он того. Сань, скажи, если по незнанке считается? Ну да, один раз не... Ах! Гоните? Да ладно тебе, колбаса, мы же не можем друг на друга обижаться. Мы же как эти добрые мушкетеры, алягер ком алягер. Нерфай. Держи. Давайте, парни, за дружбу. Хорошо пошла. Ага. Ладно. Сколько? Что сколько? Стриптизёшь. Подарок. Кто будет? Пас. Это только тебе нужно пас, а право на мальчишника. Они дают или только танцуют? Не. Ну, как договоришься, короче. Ну, тогда не надо. Ну, что это за мальчишник-то такой? Ну, а ты че, колбаса? Я близняшек возьму. Ломбарда. Арчи. Ну, ломбарда. А что? Соль рассыпал. Соль у нас, значит, плохая примета, так? Сахар, значит, быть хорошая. Все. Баланс. Я за близняшками поехал. Сань, взять? Ну? Я не буду. Я тебе не предлагаю. Два раза его накуривал. Ни в голове, ни в жопе. Перевод продукт. Бери, может, на третий раз повезет. Да, Лен, 20:00 на набережной. В ресторане, конечно, а где? Да, только не опаздывай, пожалуйста. И недалекого своего дома оставляй. Да, давай, ладно, пока. Я 2 года его ждала. Вась, 2 года. Никуда, ни с кем. Сегодня такой девичник замучу. Город вздрогнет. Сколько? Что сколько? Человек. А, ну, 12 получается. Ой, слушай, еще надо Натаху набрать. Будет 13. Никто не спасется. Чертовки идут. Разлоры за территорию, заведенные в
Пистолет как сам? Как универсам. Что за тёлочки? Близняшки? Ага. Брёшь их? Обеих? Сука, фартово. Чувак, подымить надо. Не-не-не-не-не. Мне лось башку оторвет, если тебе продам. Твой батя попросил. Лось всех барыг объездил. Вот дает. Братан, слушай. Друг женится. Свадьба. Только с армейки пришел. Я никому не скажу, кто мне продал. Чувак, ты не враг своему здоровью. Сколько им лет? Кому? Кто курить будет? Близняшка. А, 25. Цой, ну чё ты, а? Ты же меня знаешь. Я могила. Чтоб не сдохнуть, если я тебя сдам. Я, давай, вали, тёлок своих забирай. Братан, хочешь подгон царский? Что? Видишь вон ту очка? Хочешь, она тебя отсосёт? Иди гуляй. Я тебя базарю. Ты мне покурить? За бабки. За бабки. А я, она, тебе отсосет. Сосет так, что дым с башни валит. Да нет, сейчас травы только спайс. Вчера привезли. Забирает нормально? Не знаю, не хочешь, не надо, вали. Ладно, беру. Сначала она. Дядя, презики есть? Ароматизированные? Нет. Ты жених? Чё молчишь? Туго соображаешь? Я... Он там. Слушай сюда. Три танца. Топлес. 100 баксов. Трусы не снимаю. Ни сосу, ни трахаюсь. Усёк? Да. Донеси до жениха. Костюм 1. Будете смотреть по 20 баксов с носа. Вопросы ещё есть? Хотите чаю? Молодых мы поздравляем и сегодня им желаем... Послезавтра. Послезавтра им желаем брака крепкого навечно, жить в любви им бесконечно, дружно жить, детей рожать, строить быт, не уставать... Мира в доме и достатка, чтоб жилось им вкусно, сладко. И любовь была всегда и не гасла никогда. Ну что, пошли? Пойдем. Музыку возьми. Давай, Саня. Даю, даю. Давайте, не скучайте. Ненавижу. Может, не слышит? Не слышит. Он там что, один? Там ламбада, колбаса, еще хер пойми кто. 15, сука, пропущенных, а он не слышит.
15 пропущенных. Да ладно, забей, наливай. Это очень плохая ситуация. Может, случилось что-то. Ну хорошо, наберешь 16 раз, возьми. Только ты заранее придумай, что скажешь. А ты будешь опять тупить, заикаться. Таня. Что? Инна едет. Чего? Ламбада снял трубку, слил, где мы. Наплакал. Не смог. Дурак ты, Паша. Я твою мать спас. Ладно, не паникуй. Все нормально. Сидим, бухаем, как обычно. Палим ноль. Дотанцовывать будем? Можно быстрее? Не можно. Мудак. А я могу вообще остановиться. Извините ее. У нее свадьба на носу, нервничает. Угу. Валерьянки пусть выпьет. Я когда женился... Тут приехали, а? Мы же извинились. Кошка черная. Вы серьезно? Я с этим не шучу. Подождем, когда кто проедет. У меня сосед месяц назад вот так вот наплевательски отнесся, и все. Что все? Полез на следующий день балконную раму чинить на первом этаже, чтобы ты поняла. Нога соскочила, шею свернул. Насмерть. Умер, понимаешь? Вот так. Удачи, дядя. Я сейчас пешком пойду. А если плевать через левое плечо? Не поможет. А, видели? Видели, а? А мы не остановимся? А вы что, уже никуда не спешите? Вась. Поехали, поехали. Прости, Сань. Я хотел как лучше. Я испугался, Сань. Сиди здесь. Через полчаса, как все утихнет, посажу на такси и поедешь домой. Только тихо сиди, хорошо? Договорились? Не вопрос. Сань. Все хорошо. Надеюсь, про нее ничего не сказал? Ты что, нормальный, что ли? Полчаса. Тихо сиди. Ин! Вы нас подождете? 5 минут. 5:01, меня нет. Хорошо. Привет. Привет. Здрасте, я Василиса. Маша. Ира. Колбаса. Как? Толя, колбаса — это прозвище. Ну что, за знакомство? Киски-сан, куда ты собрался? Что, все? Походу, да. До свидания. Стой! Мета ей занеси. Серьезно? Да. Она сейчас там плакать будет. Что? Ударишь меня? Саша, не надо. Давай, или только пугать умеешь?
Ты сумасшедшая? Догнал и объяснился. Я говорю, пошел и извинился. Ох, жара. Так и будешь стоять моргать? Готов все просрать ради своих тупых принципов. Ребята, я... Заткнись! Да, заткнись. Ты 2 года ей писал. Она 2 года тебе отвечала и ждала тебя. Она единственная, что есть хорошего в твоей жизни. Другой не будет. Кстати, такси мы не отпускали. Это нормально все. Держи. Выпей. Спасибо. Вы все такие мудаки? Нет, тут при чем? Догнал. Разговаривает. Ну? Капец, она его по морде. Обнимается. Все, возвращаются. Наливать. Наливать. Сдохнуть можно, какие страсти. Горько, горько, горько. Горько, горько. Ребят, я хочу сказать тост. Тост. Мы здесь не для того, чтобы напиться. Ну, я, честно говоря, уже не знаю, кто за то, чтобы набухаться. Поднимите руки! Ура! Ура! Молчит экран, и я бы хотел вместе с ним просто забрать тебя себе и держать из секции. Но новый день, и я опять не выносим. И ты уходишь, будто бы я тебя попросил. И я вроде как счастлив, но явно к тебе привязан. На нашей улице сказки, фонари для нас не гаснут. Можешь продолжить нести чушь, легче не станет никому. Так что прыгай ко мне, пока я ловлю. Да ладно, словлю. И пускай капает, капает с неба. Иду мокрый кросок тебе, где бы я не был. Для остальных я занят, звонки без ответа. Дойти к тебе, дойти к тебе. И пускай капает, капает с неба. Иду мокрый кросок тебе, где бы я не был. Для остальных я занят, звонки без ответа. Дойти к тебе, дойти к тебе. Привет. Привет. Перекись есть? Йод? Да. Ну так давай. Привет. Ну? Спасибо. Пошли, разговор есть. Я телек гляну, сейчас качели будут. Будет. Махонько звонил. Сказал спать, тормознуть, не продавать пока никому. Там такая черняга. В смысле? Черняга? Ты что, уже продал кому-то, а? А что с ним не так? Лютый он. Дикий очень. Ты вообще новости не читаешь? Какие новости? Ты в натуре продал кому-то, а? Тушу не рви, говори. Да олень какой-то курнул, сел за руль тачки, а через 15 минут разогнался и с моста. Все бы ничего, только он таксистом работал. Че, не один был? Да не он, какие-то тетки его тормознули, опаздывали на юбилей в Посейдон. Ну вот это то, что кабак армянский. Угу. Подбрось, говорит, нас до Посейдона. Вот он и подбросил. Посейдон.
Да не, я вечером хотел проверить. Выбрось. Смотри в глаза мне. Точно никому не продавал, а? Да не, не. Я же без пробы не продаю, не дебил. А ты чё в костюме? Так это, бесуху хоронили. Отворовался. Тебе какой-то соловей звонит. Будешь говорить? Я потом наберу. Я тоже хочу. Может, хватит? Я в норме. Да ладно тебе. Ты его потом над унитазом держать будешь? Закусывай. Это сало мне резь в уши. Давайте я пиццу закажу. М? А где Вася? Вася! Вась! Она на улице, я позову. Спроси у нее, какой она пиццу будет. Угу. Саш. Ты какую пиццу будешь? Я чтобы мяса побольше. Я реально не могу приехать. Ты же знаешь моего шефа. Ну, что я ему скажу? Да и ты же хотела там одна быть. Хотела. А сейчас перехотела. Но, малыш, ты свидетельница. И там еще будет свидетель. Вы от невесты и жениха вообще не отойдете. Ну, а мне там что делать? Сама подумай. Тебе не интересен кто свидетель? Он вообще красивый и понравился мне. Плохо слышу, малыш. Кто красивый? Мы в туннель заезжаем. Давай я тебе завтра перезвоню, а? Прости, я не хотел пугать. Что ты подкрадываешься? Да там... Послушивать нехорошо. Я не хотел, чтобы он меня увидел. Плевать на тебя. Прости. Ему и на меня плевать. Ему на всех плевать. Главное – работа. Он мне на пиццу заказывает. Просил узнать, какой ты будешь. Пойдем. Блин. Ты как? В порядке. Точно? Давай помогу. Точно все хорошо. Все, стоишь? Все нормально? Черт. Прости. Это ты меня прости, пожалуйста. Слышишь? Просто ты очень красивый. Я подумал. Дурак. Я просто... Это я дура. Нет. Да. Я перебил. Мне пить вообще нельзя, понимаешь? Все, все нормально. Давай, нет. Давай. Все нормально, давай. Слышишь? Прости. Все нормально. Ого. Ладно, ладно. Я могу уйти. Я пошутил. Ты чё, Вась? Я ж не хотел.
Я ж не знал, что вы тут сосетесь. А у нее же вроде парень есть. Да там такой парень. Ну ты даешь, хромая лошадь. Пойдем к Курню. А, я уже предлагал чистому. И на скандал закатила. Пойдем. Есть идея. Жги, брат. Сегодня весь мир у твоих ног. Да, да, верно. Бесплатно? Ну, плодите, конечно. Народ, шоколадные рулетики будете? Давай. А, давайте 3 порции. Угу. Полчаса? Отлично. Да, спасибо большое. Угу. Сказали, если за полчаса не привезут, то заказ бесплатный. Братан, держись. Тихо. Сань, помоги. Да. Ну, говно. Говорил, закусывать надо. Блевал? Нет. Потащили наверх в спальню. На спину не кладите. Не умничай. Тихо. Давай. Аккуратно. Аккуратно, забрасывай. Значит, раз, два, три. Ой. Развели. В чем прикол? Опа. А, оценил. Его идея. Растешь, калечный. А курить-то через что будем? В сиги забьем. Долго? Девчонки, бутылку воды принесите быстро. Воды нет, кола есть, пойдет? Неси. Спасибо. Как он? Да как видишь. Иди, мы сейчас придем. Что, его одного оставите? Так мы сейчас Василису позовем. А он посидит с ним. Да? Еще раз полезь на нее, ему лично хер оторву, понятно? Так и передайте ему. Ладно, иди. Ламбада, ты что, реально хотел ее присунуть? Она сама. Я тебе базарю. Запрыгнул у него, как кошка. Да ладно. Тихо, момути, бро. Фольга нужна? Прогорит. В шоколадках есть. У девчонок попросим. Думай, Толя, думай. А где еще фольга есть? Здесь. Да ладно, Ламбад. Ну это как по жести, что ли? А я? Да ладно, Ламбад, ну... И по жести я подучился. Или ты что, думаешь, что я у него фаге дожу, и он мне что-то сделает? Прям накажет меня. Испепелит. Что? Я онемею, я оглохну. Ну что? Что еще он мне может сделать, а? Да ладно, что так завелся? Дай сюда. Как там? Прости, Иисус. Норм? Делай. Че ты вообще голяк?
Мне вроде есть чуть. Походу, меня вообще ничего не берет. Еще кружок? Еще. Ну что, раздаю или подождем? Когда игроков много, прикольнее. Мне все равно. Я позову. Толя! 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 Колбаса! Дебилы. Раздавай. А сколько там карт? По 6. Uno, dos, tres. Мне конец. А руки? Ну вот, ты пальцами пошевели. Мне что-то нехорошо. Пусть. Пусть они... как будто вот реально вот все это остановилось. Где? Послушай, Сань. Не стучит? Нет, не стучит. Колбаса! Толя! Ребят, там кто-то ходит. У него сердце не стучит. Придурок, у меня сердце остановилось. Тихо, тихо. Я пойду посмотрю, кто там. Саня. Колбаса. Саня. Вызови врача. Скорую вызови, нет. Саня. Друг, нам нельзя. Иди, я сейчас все сделаю. Глаза закрой, руки по швам. Я сейчас заведу твое сердце. Не бойся, меня учили. Спасибо. Толя, вы задрали там сидеть. Как там ламбада? Я домой хочу. Ты чё? Иди в жопу, Толя. Уна. Ах ты. Нечестно. Сейчас, друг. Сейчас я тебе могу. Держи. Я сейчас вернусь. Нет времени. Нет времени. Нет времени. Что такое? Нет времени. Сядь. Ты что такое? Саня, у тебя кровь. Ты мне доверяешь? Доверяю. Ты. Нет времени вообще. Это понятно? 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 Это что? Уна. А мне нужен резиновый коврик. Или уже не нужен? Что было? Не помогает, Саня.
Вот сюда подставил, трахнуло немного. Не помогает. Нет. Тишина. Он мне друг. На втором медицинском работает. Сейчас наберу. Алло. Алло. Алло, друг. Привет. У меня тут хромой друг. Плохой ситуации сейчас, понимаешь? Я думал сразу в министерство звонить. А потом о тебе вспомнил. А ты как? Как семья? А, хорошо. А я вчера на рыбалку ездил. Ничего не ловится. А, да. Ага. Нет, ты уж это, лихом не поминай. Все хорошо. У тебя живот болит? Хорошо, спасибо. Друг. Все хорошо. Он говорит, что ты робот. Ну что происходит? Чего он лежит? Ты как? Нормально. Оба вниз. Пицца на 10 минут уже опаздывает. Ты с ним будешь разбираться. Хорошо. Фу, чем это воняет? Благовониями. Штошнит. Кому ты там звонишь, дробишь постоянно, а? Собей. Весь день на измене. Да. Сдал анализ вчера. На простатит. Не стоит? Просто сдал анализ. Не гони. Ладно. Косяк у меня вышел тут. Какой косяк? Колбаса на спайс развел. Ты чертила, а? Ось, я знаю, знаю. Я вот звоню весь вечер сказать, чтоб не курили. Не курили? Да у них мальчишник там, они сняли дом на поселке. Его кореш армейский женится. Не знаю, сейчас зависает, наверное. Может, набухались, спят. Да хер с ним, что им будет? Не надо! Сколько до них ехать? Минут 30. Вставай и молись. Ты вообще знаешь, сколько его отец в общак заносит, а? Знаешь? Поехали. Ah!
Что он делает? Я вообще не понимаю. Они, походу, спайс курили. Вот колбаса, Гондон. Нас не позвал. Сюда. Нина, не трогай его. Подожди. Я, короче, такси вызываю. Подожди, я говорю. Я хочу полезать, что ты сделал. Нина, он неадекватен. Посмотри на него. Поехали. На меня посмотри, я говорю. Я сейчас ем пиццу, еду домой. Ты меня понял? Да, мне жарко. Я уеду. Инна, Инна, не трогай его. Где-то гребаная пицца. Пол жаркий. Ты это чувствуешь? Чувствую, чувствую. Саша, Саша, колбаса на улице. Найди его и скажи, что мы уезжаем. Хорошо. Давай. Доктор сказал, что Ламбада робот. Ты это слышишь? Иди в жопу! Слушай меня. Он робот, ты это понимаешь? Так, я понимаю. Если ты послушаешь его сердце, оно вообще не бьется. Его нету. Я туда звонил. Они сказали, чтобы был на чеку. На чеку. На чеку! Хорошо, хорошо. Он опасен. Они шпионят за нами через него. Я только не понимаю, как он передает эту информацию. Нет. Глаза. Глаза. Они записывают и передают. Да? Да? Встроенный Wi-Fi передатчик. Саша, найди колбасу. Давай. Следи давай за ним. Я слежу. Давай. Будь аккуратно. Давай. Блин. Инна, мне страшно. Все нормально. Он сейчас вернется, и прямо ему морду мы поедем. А пицца? Да сожрешь ты свою пиццу! Ты че, психичка? Нервы полечи. А я что делаю? Мне жарко. Тише, тише. Я закипаю, как чайник, понимаешь? Вода смоет тебя. Посмотри на меня. Мы остались одни, понимаешь? Моя нить оборвалась. Оборви ты свою. Вода смоет все. Я могу делать из Леди Ангелов. Это так легко и просто. Ты должен знать. Ламбада робот. А мне нужна новая жена.
Добрый вечер. Доставка пиццы. Давайте проверим ваш заказ. Так. Это супер пицца. Две маргариты. И две мясных. И рулетики. Ваш десерт, верно? Допускаю. Ребята, я вас поздравляю. При заказе 5 пицц у вас будет скидка 10%, поэтому... Простите, а деньги? Мне б деньги забрать! Я пойду за ним, заберу деньги. Ура! Ну, наконец-то. Руку убрал. Чему-то воняет от тебя. Инь, пойдем пиццу есть. Руку убрал, говорю? Чего тебе надо? Секса? Блин, когда их уже отпустят, а? Обычно минут 30. Скоро уже отпустят. Саша, ты колбасу нашел? С ним все? Руки убрал, я сказала. Саша, я сейчас ударю тебя. А ну стоять! У тебя 5 минут. Поговорим и обратно, понял? Да. Инь, пожалуйста, не надо с ним никуда идти. Да он не отстанет. Обдолбанный же. Ты уверена? Он тебе ничего не сделает. Кто он? Какой бы он ни был, это же я. Урод. Ты скажешь ему, что свадьбы не будет? Вась, с кем мне сейчас разговаривать? Отойдет, поговорим. Не переживай, все хорошо. Точно? Вась, все под контролем. Дай мне рулетик. Пожалуйста. Спасибо. Пойдем. Что ж ты такое? Ну, страшно. Молодые годы видят зло, не спрашивай. Что ж ты дал свободу, она ж грешная. Неспокойно так, спокойной ночью не желали. Не спится там, где радости полные печали. Там чудеса, там Саня чистый бродит. Там пацаны последний куб в себя проводят. Пьяные поют отцы и мамы. Мамы домывают рамы. Я такси вызываю. Окей. Детские обычно глубоко завывают рамы. Толя, ты как? Хорошо. Толя, мы, наверное, домой поедем. Девочки, я вас на улице подожду. Ты куда? Ты совсем? Там опасно. Ты куда? Толя, это сюда. Вообще не смешно. Пусти меня. Моя звезда самая главная. Пусти меня. Моя и твоя. Пусти меня. Где твой телефон? Пусти меня. Где твой телефон? Убью. Встали! Встали! Встали!
Телефоны. Я отключила. Не смей бить, у меня XS. Ты понял, мудак? Заткнись, сука! Давай сюда. Давай, давай, иди сюда. Давай. Давай, 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 иди сюда, сюда. Тихо, тихо. Толя, может, потрахаемся, а? Все. Ломбард, это точно робот. Где моя жена? Да, да. Без ее никак. У нас же свадьба. Иди сюда. Нет. Ну нет. Нет. Толя, я домой хочу. Толя. Толечка, пожалуйста. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Все же хорошо. Закрой глаза. Все же хорошо. О, иди сюда. Толя, ты задрал. Толя. Толя. Васю отпусти. Васю тоже отпусти. Ну, сам подумай, зачем мне там одной сидеть? Ты же ее уже показывал. Я могу идти. Она тоже знает, что он робот. Они следят за нами через него. Да? Она знает, где передатчик. Она мне говорила. Где? Где? Вода. Вода все смоет. Видишь? Она настоящая. Где передатчик? Помнишь? Ты говорила, где передатчик? А? Глаза. Пошли. Глаза. Паша, послушай меня. Друг, понимаешь, у тебя в глазах датчики, с помощью которых за нами следят. Понимаешь? Нужно их отключить. Скажи ему, что он робот. Паша, ты робот. Мы хотим помочь. Да, друг. Мы хотим помочь тебе. Хорошо. Хорошо, нужно их чем-то достать. Сейчас.
Сейчас поищу. Держи его руки, а ты голову. Мы тебе поможем, друг. Держись. Спасибо. Один есть. Второй. Ну что? Так лучше. Так чуть лучше. Посмотри. Они перестали следить. Они еще работают? Отключи. Отключи. Почему она медленно? Отключи. Тихо. Отключи. Ну? Отключи глаза. Отключи. А что тут за муня? Ой, колбаса, ты чё? Это ж я, Соловей. Дает. Давай, опусти, опусти. Опусти. Че, веселитесь? Чувак, ну ты б хоть очки одел. Жутковатый лук у тебя. На. О! Да? Другое дело. Че я приехал? Ты хотел спросить. Иди сюда. Сови. Хочешь чай? Сови. Совсем не страшно. Ah!
Черт. Черт. Малая. Стой. Давай. Стой. В больничку погнали. Не в салон, давай в багажник. Тачка полтора стоит. Да, блин. Открывай. Черт. Черт. Давай. Давай. Саш, мне нужно забрать костюмы из химчистки завтра. Твой и мой? Да. Хорошо, просто напоминаю. Василис. Да? А ты в чем на свадьбу пойдешь? Саша, где Инна? Инна? Ушла. Куда? Саша, пожалуйста, скажи, где Инна? Куда? Может, она пошла готовиться к свадьбе? Заткни его! Заткнись, я убью тебя, тварь! Помогите! Саня! Паша! Паша! Держи ее! Держи меня, отпускай! Она предала нас! Она сука! Ты это понял? Я понял. Это она сказала, что ты робот! Сука! Сука! Тихо! Тихо! Просто держи, брат! Сука! 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 Я двор осмотрел. А ты за этим следи. Ладно. Нормально? Дежурный, дежурный, отец седьмого, дежурный. Дежурный. Паш, я хочу уйти. Я тоже. Но нельзя, понимаешь? Нельзя. Паш, отпусти меня, пожалуйста. Не могу. Я другу слово дал. Я в туалет хочу. Пусти эту руку, пожалуйста, очень больно. Мне тоже. Просто мне кажется, если я тебя отпущу, то никогда больше не увижу. Паша, милый, я не хочу тебя бросать. Давай вместе уйдем. Пожалуйста, они нас убьют. Я не хочу умирать, Паша. Вместе. Я хочу вместе. Нам нужно идти в сарай. Там, за инструментами. Есть дверь.
Ее сразу не видно, но она там есть. Пойдем. Идем. Нужно тащить их в лес. Я устал. Осталось совсем чуть-чуть. Ты чего? Давай вместе. Держись за меня. Раз, два. Ну, ничего ты. Девушка, что у вас? Так, тихо, тихо, кладите, кладите. Аккуратно. Тихо, тихо, аккуратно. Отойдите. Вова, больница, Вова. Санитаров зови. Санитаров зови, не стой, быстрей. Кто? Парень. Вова. Слышишь меня? Вова. Вова. Слышь. Он умер, девушка. Давайте в больницу пройдем с вами. Пойдемте. Док. Секунду. Смотри. Так, ничего не трогай. Быстро не трогай, вызывай быстрее. Девушка, вы видели, что с ним произошло? Как он ногу потерял? Кто с ним это сделал? Девушка. Девушка, меня слышите? Девушка. Не, подождите, куда вы? Я не могу вас отпустить. Постой. Ух!
Вася! Вася, ты где? Вася! Вася! Вася, открой! Вася, открой! Вася, открой! Вася, открой! Скажи, а что тебя радует в последнее время? Я люблю, когда снятся сны. Какой самый страшный сон у тебя? Самый страшный сон? Рассвет. Солнце встает. Значит, нужно просыпаться. А я... не хочу просыпаться. Почему? Потому что каждый раз, когда я просыпаюсь, я погружаюсь во тьму. С одной головы вся седина, весь пух и прах, все с одного ребра. Глаза бела пелена, да сорта пена бела брыжет, кипит буйна голова, да моя яма глубже рва, два надреза по три шва, сочетает расправа, здесь в синей форме арава, и железные оковы, да на руки рукава, терпей буйна голова, да терпей буйна голова, пряник, ну да булава, суд вагон тетерева, мякиш хлеба, чай халва, да терпей буйна голова, да наломала коль трава, буйна буйна голова. Заварила каши с маслом, расхлебали мусора. Два патрона, три пера, три прихлопа, два жмура. Ключ от бура на карман, мне вышли вон хозяева. Здесь рулит буйна голова, буйна голова. Здесь главный буйна голова, да буйна, буйна голова. А когда буйна голова,
как ебало на раз. А струй на дым валил по трубам и гудела вся тюрьма. Да три прута и два кола, парку так колокола. Да Магадан, твой дом тюрьма, да терпи, буй на голова. Да баба, буй на голова, буй на голова. Здесь главный буй на голова, буй на голова.